теперь тут лысый, а там... Нет! Я мужчина! Ты смотри, у меня грудь! Мама, у меня! Чё ты ржёшь, дура? Андрей! Вы позвольте? Ну что у вас там? Дети линяют. Собаки школу прогуливают. Олег Львович, дорогой, прости, у меня теща приехала. А у меня свекор. Это форс-мажор. Ведь вы самый давний и любимый мой пациент. Мы заметили. Два раза. Если в доме сына меня не уважают... Уважение нужно заслужить! Я пью за мир и согласие в вашем семействе. Какие прекрасные, возвышенные слова! Если узнаю, что все это ваши импортные штучки, придушу. Что ж ты так запустил себя? Я в твои годы по 150 раз! А где наша знаменитая мамаша? Знаменитая? Да-да. Это история, как она писала любовные письма Кобзону. Смотри, работает! Ты только не вздумай им пользоваться. А мы что, сегодня в школу не идем? Налегай на сгущенку. И вкусно, и полезно. Я вас научу родину-мать любить. Выходи на построение. Мариш, что это за веревочки? Пап, может, не будем позорить российскую армию? Ставлю на деда. Он в отличной форме. Да. Посмотрим.